Лесные пожары, уничтожившие на острове Гомера Канарского архипелага 4000 гектаров леса, во вторник немного утихли. В тушении огня участвуют 14 самолетов и вертолетов, два из которых прислала соседний Марокко. Пожар начался здесь 4 августа и был довольно быстро локализован. Но в пятницу высокие температуры и низкая влажность свели на нет все усилия пожарных. Многие из 5000 эвакуированных местных жителей вернулись домой. Увиденное шокировало. Власти проявили халатность, и кто-то должен за это ответить. Пострадавших, как вы видите, много, но единственное, о чем я подумала, когда узнала, что мой дом полностью сгорел, это чтобы мой сын был в целости и сохранности, ведь он остался здесь, чтобы сражаться с огнем. Знакомые по почтовым открыткам пейзажи Гомеры сейчас напоминают лунные. От огня ощутимо пострадал национальный парк Гороханай, находящийся под защитой ЮНЕСКО.